Всем привет, меня зовут Максим Белов, я из города Новосибирск, являюсь экспертом Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня хочу рассказать про небольшой кейс, как мы для инвестора выиграли квартиру. Комиссия небольшая, квартира в городе Иркутске, мы ее даже не смотрели. Как нас учили, проанализировали всю информацию, на осмотр времени не было. Квартира, даже если там нету окон и дверей, дешевле рыночной стоимости примерно на 500 000. Квартира была на публичном предложении, мы ее забрали как единственные участники. Меня очень удивило, что мы были единственными участниками. Я задал этот вопрос конкурсному управляющему, она сказала, что на самом деле мы были не одни участники. Она отклонила 4 заявки, так как не успели дойти задатки. И еще 4 заявки ждали следующего периода. Но так как мы заходили, как нас учили, за 3 минуты до конца, мы с минимальными потерями, с повышением от периода в 2000 рублей ее забрали. Выгода инвестора составит около 500 000. И 4 часа работы 50 000. Это наша комиссия. На связи был Максим Белов. Спасибо.